И о спорте. В Махачкале стартовал чемпионат Дагестана по смешанному единоборству. В течение 2 дней обладатели 10 комплектов наград определят около 100 спортсменов. Это представители 13 городов и районов республики. В составе участников чемпионы мира и Европы – обладатели Кубка России. По итогам турнира наставники сформируют команду Дагестана для участия в соревнованиях округа. Я всегда стараюсь увидеть и желаю увидеть хорошие бои, хороших новых ребят, которые будут сменять уже то поколение, которое показали себя в этом виде спорта. У нас, как мы говорим, Республика Дагестан, у нас славится здесь, вот именно в этом виде спорта тоже и чемпионами мира. Почти каждый год Республика Дагестан на чемпионате России забирает общекомандное место.